Привет, это снова Игорь. У меня хорошее событие, 77-й симулятор. Моя любимая часа. И должно быть что-то необычное связи с симулятором. Я ничего такого необычного не нашел, кроме как гонки на сельском хозяйстве, техники, даже тюнинг из трактора крафтов. Визуал тюнинг. Ну я вот этот купил, там много было тракторов с ковшами разные. Мне подошел вот этот желтенький. Самый такой нормальный, веселый. Вот, будет трактор. Вот, смотрите, я трактора нашел, где купить трактор. Вот видите, какие. Ну, а желтенький у меня уже куплен. Вот, смотрите, что еще можно показать. Наверное, нам было вот такой купить все-таки. Это самое отечественное. Как он называется? А у меня такой, ну какой есть. Попробуем на желтом. Я мне хотелось на том. Поехали, хватит болтать. О, название. Давайте все название дисциплины спортивных. Самое лучшее соревнование на самого быстрого колхозника, так сказать. Соревнование по сельхозтехнике. Но ведь есть соревнования по этому. У меня, кстати, сельхоз это 2013 года. Ой, ну есть 2013, это 2014. Вот недавно стали что-то новенькое. Это как моды к обычным нормальным сельскохозяйственным симуляторам. У меня их около 10 записано уже на канале. А такого еще не было. В 2013, оказывается, вышел, но я делал огромную паузу в симуляторах. И вот снова я вернулся, как говорится, я вернулся снова в симуляторы. Они мне нравятся, я нашел себя в них. Ну и вот, 77-й симулятор рассматриваем. Это гонки по сельскохозяйственной технике. Графика хорошая, но для 2014 года я так еще. Я, естественно, сделал максимум, чтобы, как говорится, соответствовать времени. Так, а как? О, камера. О, крутится. А, лайк свет. Я хочу лайк. О, можно и сзади еще включить. Я такие классные. Ну-ка. Из кабины видно, что я на свет включился. Лайк. Да. Вау. Да тут. А легко тут маневр на первом два, где это? А вон мини-карты, все я там варю строил. Я победитель. Музыка какая-то не очень, а был или деревенский, или Бенни Хилла. Музыка какая-то.
подходит для компании под почту. Нифига я. Они сейчас забросят. Наверное, можно забросить, на самом деле, телечницы. Не зря я себе выбрал тяжелый контракт. Он подвинулся чем-то, я почувствовал в нем силу. А, кстати, вот этот самый похозик там сидит. А ну-ка, 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 когда он сидит, он может взять что-то сделать, что-то массово. Не давит на руку. А можно попроходить этот симулятор, кстати. Интересно, что я что-то скинул, по странно не понравился, даже хотел его включать, когда посмотрел стрим. Думал, для детей. Там уже динозавры какие-то, да все наделано на трактора. Рога какие-то. Почему это? Я сразу хотел, меня так толкнуло. Но теперь как поиграл, минут 5. Я попадался. Средненьким таким. Ну, раньше вообще казался плохим. Теперь средненький. Ну, дальше хороший. Хороший, я считаю, просто сопротивляется на симуляторе, которых много. О, первое место. С первого раза, с первой попытки первое место. Все, на этом я заканчиваю. Это был 77-й краткий эпизод. Ну-ка, у нас, наверное, валюта появилась. Сейчас первая стоит. Теперь я могу тюнинги сделать. Но... купить движок хороший. Движок. Своему спортивному болиду трактор. Тех, кто здесь, ну, техники. Болиду. Все, вторая. О, деревня. Атмосфера деревенская. Сейчас вдохнем природы, запах и травы. Мокрой утренней росы. И будет нам хорошо. Так. Мы на природе. Опа, опа. Мир в Европе. Забрали все время. Что это? Я ничего не понял. На самом деле. Какой выбор? Нифига. А что это? Теперь поменять управление. Что там дает? Вот. Значит, наверное, кнопочку опускаем. Что есть? F в этом будет. Ну ладно, поехали. А где остальные теперь? Почему я туда кинул? В общем, понятно. Все будет хозяйство. Скопать поле за столько-то времени. А вон время отложено за 1-4. Скопать. Кто-то больше скопать. Я все понял. Ладно. Кому нравится, если не смотрят. Кстати, ну-ка, вот эти две, ну тебе две других? Давай, я все понял. Зачистить две других. Нифига себе, можно проходить его. Я просто показал, прохожу я сам, чтобы вам, знаете, почему я все не показываю? Чтобы вам захотелось приобрести этот симулятор и самим все пройти, все узнать. Вот мне даже захотелось, но я не буду это записывать. По избежанию, как сейчас современным языком интернета, в интернете говорят, в принципе, чтобы вам не заспойлерить, что еще ждет вас в таком симуляторе, потому что я сам не знаю, буду узнавать. Так, всем пока, с вами был Дмитрий. Это был 77-й, счастливое мое любимое число, 77-й обзор 3D-симулятора.